Всем привет! И в этом видео мы будем делать вот такие вот мини-украшения, которые помогут вам в хендмейде. Для этого нам понадобится маркер, толщина его стержня 0,5 см, то есть 5 мм. Линер, номер у него 03. Фоамиран, ну, цвет, соответственно, любой. Линейка. Простой карандаш. Для начала мы должны отметить наш размер нашей наклейки. Я не говорю вот как бы размер, который будет у меня, потому что каждый может сделать любой, не обязательно сделать. Можно сделать вообще большой как бы на пол листа. В общем, это по вашему вкусу. Отмеряем. Я лично ничего буду делать вот. В этом видео мы будем делать вот такие вот декоративные украшения, которые помогут вам в хендмейде. Вот, нам понадобятся ножницы, простой карандаш, линер, это как тонкий маркер, если что, номер у него 03, маркер, толщина его стержня 0,5 сантиметра, то есть 5 мм. Нам еще понадобится линейка и фоамиран. Его еще по-другому называют пенная бумага. И сейчас мы должны на нашем фоамиране наметить наш прямоугольник, квадрат или круг, кто как хочет. Берем линейку. И мне лично будет размер 5 сантиметров на 2,5. Тут у меня практически такой же размер. Вот. Заметил, настоящий. Теперь нам надо его вырезать. Вырезаем. Вырезала вот такой вот прямоугольник. Можно оставить такими, либо подкрутить. Я хочу их подкрутить немножко, чтобы они были похожи вот так на этом. Подкрутим. Кстати, если они у вас будут не очень ровные, то ничего страшного. Можно делать в таком стиле, как бы. У меня, как вы видели, они тоже не идеально ровные. Поехали дальше. Снова понадобится простой карандаш. С помощью него мы будем намечать нашу надпись. Я хочу написать cool, что в переводе с английского на русский обозначает круто. Я наметила, теперь с помощью маркера я буду вводить нашу надпись. Я ввела надпись маркером. И теперь мы должны сделать имитацию прошивки при помощи вот этого вот тоненького линера. И наша прошивка, которую мы нарисовали, не должна быть, опять же, обязательно ровной. И наше украшение готово. Можно делать в разных формах, стилях и цветах. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрите мои друзья.